Всем привет! С вами мобильные обзоры, и в этом коротком ролике я вам расскажу, как войти в режим Recovery на смартфоне Nomi i5001. Для начала убеждаемся, что наш смартфон выключен. После этого зажимаем и удерживаем кнопку «Громкость вверх» и одновременно зажимаем и удерживаем кнопку «Включение блокировки». После вибрации кнопку «Включение блокировки» отпускаем, и после появления вот такого вот черно-белого меню отпускаем кнопку «Громкость вверх». Меню состоит из трех пунктов. Recovery, Fastboot и Normal. Режим Recovery говорит сам за себя. Режим Fastboot нужен для прошивки с компьютера. И Normal — это обычная загрузка смартфона. Навигация по пунктам меню осуществляется при помощи кнопки «Громкость вверх». И выбор пункта меню осуществляется по нажатию кнопки «Громкость вниз». Выбираем Recovery. И видим мертвого робота и сообщение No Command. Это не ошибка, это защита от случайного входа в режим Recovery. Для того, чтобы обойти эту защиту, зажимаем и удерживаем кнопку включения блокировки. И кратко нажимаем и отпускаем кнопку громкость вверх. Все, мы попали в режим Recovery смартфона Nomi i5001. Пара слов о основных пунктах этого меню. Reboot System Now. Перезагрузить смартфон. Reboot to Bootloader. Перезагрузить смартфон в режим бутлоудера, то есть в режим прошивки с компьютера. Apple Update from SD Card. Установить обновление либо прошивку с карты памяти. Wipe Data Factory Reset. Выполнить полный сброс или же вернуть телефон к заводским настройкам. Power Off. Выключить смартфон. Навигация по пунктам меню Recovery осуществляется при помощи кнопок «Громкость вверх», «Громкость вниз» и выбор пункта меню при помощи кнопки включения блокировки. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь. До скорых встреч!